Девочки, женская измена – это не преступление. Это нормально. Быть все время с одним и тем же мужиком – это как носить одно и то же платье всю свою жизнь. Мы ищем, пробуем. Женщины очень переменчивые. Вообще, блядь, мужик должен простить бабу, которая изменяет. Если любит, то простит. Я если не простит, значит, нахуй нужен он. Когда изменяет женщина, это исключительно вина мужчины. Так как он не уделил достаточно внимания, недостаточно дарил подарков, тебе изменила баба, а потом к тебе вернулась. Блять, ты наоборот должен ее уважать, потому что она сделала свой выбор в пользу тебя, идиота. Вообще, я уважаю баб, которые изменяют. Они не сидят на месте. Они развиваются, духовно растут. Да сжечь к хуям эту ведьму! Ну, собственно, ботаник уже все сказал, то, что я хотел сказать, как бы, но есть один вопрос, в каком месте они девочки? Если у нее есть постоянный мужчина, еще один или несколько любовников, в каком месте она девочка? В ушах, или в ноздрях, или в глазах? Напишите в комментариях, как вы думаете, в каком месте она девочка, пацаны?